В Ненецком округе планируют снять режим самоизоляции для прибывающих в город. С 20 сентября тем, кто имеет документальное подтверждение регистрации в регионе, то есть прописку, могут не уходить на обязательную самоизоляцию по приезде. Все остальные также будут обязаны предоставлять либо справку об отсутствии вируса, либо вынуждены самоизолироваться на 2 недели. Эти и другие вопросы обсудили участники оперативного штаба при ВРИУ губернатора региона. Ольга Руссоу продолжит. Поводом для отмены самоизоляции для жителей региона послужили многочисленные обращения граждан. К тому же, по словам ВРИО губернатора, ситуация с заболеваемостью не критическая. Я еще на прошлом штабе предлагала, что уже можно отменять этот режим, но в моем понимании надо вводить обязательные масочные. Таким образом, в отношении жителей региона режим самоизоляции будет снят. Сохранится только так называемый масочный режим. Носить средства индивидуальной защиты теперь необходимо будет во всех социально значимых учреждениях. А вот те люди, которые иногородние или вахтовики, которые прилетают, в отношении этой категории людей имеет смысл сохранить этот режим, чтобы они тестировались, чтобы они проходили это тестирование и приезжали уже с справками. Кроме того, на совещании речь шла о проведении празднования Дня округа. Его планируют отметить в эти выходные в Центре арктического туризма. Участники оперативного штаба обратились к сознательности жителей и гостей города. Вот этот период, когда мы боремся с коронавирусом, нас приучил не только мыть руки теперь регулярно, но и если чувствуются какие-то симптомы, заболевания, то, конечно, не нужно идти ни на праздник, нужно быть дома, нужно лечиться, а при необходимости обращаться к врачу. Особое внимание будет уделяться безопасности. На входе будут установлены проходные фильтры, соблюдаться масочный режим и социальная дистанция. Ольга Руссоу, Вадим Стасюк, телеканал «Север».